un capitulat! Жители Сюникской и Зангезурской области устроили теплый прием премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Напомним, что необъявленный визит Пашиняна в Сюникскую область начался накануне вечером. Он посетил ряд сел, в том числе приграничный Шурнух, переночевал в Кафане. В среду утром начался его визит в города Мигри и Агарак. Посещение премьер-министром Агарака и Мигри сопровождалось массовыми акциями протеста с требованием немедленной отставки и отбытия из региона. В ходе акции протеста в Агараке произошла словесная перепалка между Пашиняном и местными жителями, в то время как жители встретили Пашиняна с выкриками «Предатель, турок, капитулянт!». В ответ премьер огрызнулся: «Ара, капитулянты – это вы!». Перед тем, как покинуть город, армянский премьер посетил местную воинскую часть, где встретился с военнослужащими. Однако протестующие не пропустили его на военное кладбище. Несколько десятков мигринцев также выступили против визита Пашиняна в регион. Жители города вступили в стычки с полицией и сторонниками премьер-министра. Они требовали, чтобы Никол Пашинян покинул город. Протестующие скандировали: «Никол – предатель» и «Никол – турок». Попытались не пустить кортеж правительства. Полицейские пытались оттеснить их и открыть дорогу для проезда кортежа премьера, но их старания были напрасны. В итоге Пашинян был вынужден уехать. Ich bin nicht mehr so gut.